Ну вот такой вот корпус я сделал, вот. Это первый эксперимент у меня тут. Пробовал ножом вот таким канцелярским. Ну, конечно, надо подточить лезвие, видимо, старое или новое поменять. Что-то я как-то не подумал об этом. Ну вот, если при желании, то вот срезает, есть хорошо, видите, как, да, более-менее. Ну, где можно будет просиликонить, в принципе. Вот здесь корпус я сделал на 10 рамок. Вот, ну, в принципе, терпимо. И решил вот так пальцы сюда запустить, чтобы сэкономить материал. И плюс сюда, может, деревяшку я положу или что-нибудь придумаю. А может, нахлобучку будет с этой стороны. Как бы. Ну, посмотрим, еще придумаю. Короче, как-то так вот получилось. Вот. Ну, такой он легкий, хороший. Вот, еще ПВА надо будет подклеить. Я говорю, что это еще первый корпус экспериментальный. Пока прикидываю, что как. Ну, внешне так красиво, вы видите, аккуратненько, чистенько. Вот. А внизу еще будет дно деревянное. Вот. Это корпус, грубо говоря, у меня где-то почти на 30. Там плюс-минус пару миллиметров, но все равно будет внизу обвязка, наверное, деревянная. А может, будет более широкий вот низ, точнее дно. За счет этого рамка будет влезать. Так, в принципе, нормально. Сейчас я покажу вам так у рамочки. Ну, в принципе, она становится. Чуть-чуть ей не хватает, пару миллиметров. Ну, это ерунда. Она откорректируется потом. Как-то так вот. Короче, как уже более-менее уже прикину, как лучше делать, чтобы на конвейере это все было. Тогда вам покажу сам процесс, как я делаю. А так, в принципе, ну вот, как-то так. Ну вот, размер это так, на скидку, если, может, кому интересно было, так от руки написал. Тут разные были варианты. Ну вот я, в принципе, чтобы более сэкономить, с одного листа можно сделать вот 510, с другого 38. Потом остается, где 510, еще на магазинный корпус на 16. И где 38, еще, в принципе, остается тут половинка на часть. Ну, то есть я рассчитывал так, чтобы максимально, как говорится, сэкономить материалы, чтобы больше получилось полезного сырья для изготовления. Вот, как-то так. Потом конкретные размеры я вам потом скажу, все. Покажу. Это мало ли так, может, кому для забавы может прикинуть, посчитать черновой вариант. Ну, так, на вскидку сейчас я вам скажу. Вот. Получается, вот, по зазорам 38, вы видите. Так, сейчас камеру по-другому включу. Ну, вот так, на вскидочку сейчас прикинем. Вот, ну 38 получается. Вот. И так у нас. Сейчас, секунду. 51. Так, еще раз давайте. И так у нас, вот вы видите, 51, да? Плюс-минус. Вот. Ну и корпус сам. Ну и корпус сам, вот. 30-ка, там 35 где-то вот так. Ну, я говорю, что у меня низ будет обвязка деревянная. Вот, как-то так. Ну, вот так я прикинул, крышечку подходит, вот вы видите, да? Приложил я вот дощечку так. Она будет обрезана вот так где-то. Сантиметра 2-3 где-то будет выходить. Вот сбоку вот тут тоже. Ну, в принципе, нормально будет. Так, вытащу, сейчас покажу. Вот тут будет, вот. Ну, это подгонять, да, будет это приблизительно, я так прикидываю, может, чуть меньше будет. У меня нету бруска, ну, будет нормально. Можно будет и так оставлять. Вот. Раз, вот такая вот крышечка, вот, подогнута. Так как-то. Удобно, даже вот так при желании, раз, можно положить.
Раз. Надо отодвинул в сторонку, посмотрел. Раз, как-то так. В принципе, нормально. Как-то вот такое. Как бы корпус уже почти готовый. Днище сделаем, обвязку крыши. Утеплим ее, в принципе, нормально будет. Ну вот так я накинул, так приблизительно шаблон. Вот визуально приблизительно как-то будет вот так выглядеть подкрышник. Может, распущу эту доску пополам. Вот, и как раз нормально бортики будут, удобно. Вот, вот такой материал для утепления будет. Вот. И будет вот такой подкрышничек здесь. Корпусе думаю, что нормально будет. Как-то так. Что-то уже у нас вырисовывается. Ну, я говорю, это пока черновой вариант. Так, прикидываю шаблон. Дальше уже, когда сделаю, уже будет 100% готово. Я вам покажу, что из этого получилось уже. Вот, как-то так. Так что ставьте свои лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, до новых встреч!